Эх, Таня, Матаня. Всем привет, это Таня Матаня. Сегодня я начинаю плейлист «Зачем мне считать?» И будут несколько игр, направленные именно на это. Для тех, кто меня первый раз смотрит, посмотрите сначала видео, вот здесь вот ссылочки про методики математики. Я рассказывала, как я училась считать, почему я вот к этим играм пришла. И буду несколько игр, которые вот я смогла заснять, и про которые можно рассказать. Как научить ребенка считать именно по порядку, потому что дети сбиваются, и вы сейчас в моем видео увидите, что да, сбиваются, и не так просто. Вроде я научила, и сначала мне казалось, раз, два, три, четыре, пять, и у нас пошло. Нет, сначала ребенок повторяет это как стишок, и потом вы понимаете, когда начинаете дальше что-то считать, что на самом деле он этот стишок вроде запомнил, но осознание счета у него до конца нет, и он начинает путаться, начинает перескакивать, начинает любую цифру называть как хочет и так далее. Поэтому для закрепления, для того, чтобы ребенок понимал счет, математические какие-то игры, они должны быть ежедневно в простой игровой форме. Ну вот одна из таких игр – это пирамидка. Нумеруем пирамидку по порядку. Ну вот у меня, видите, девятки не хватило. Я не специально покупала эту пирамидку. Мы ее как вот сверху прикрепили. И для того, чтобы пирамидка была собрана правильно, нужно ее собрать в том числе по счету. То есть не цветовую мы берем за основу, а в данном случае циферки. И нам это тоже замечательно поможет. Так что смотрите, как мы играем, потому что очень важно, да, вот вроде я игру рассказала, можно и начинать играть, но посмотрите, какая реакция у ребенка, что он действительно путается, что что-то нужно объяснить, что-то подсказать. Хорошо. Так, значит, это у нас вторая. Нужно ее приклеить. Приклеить. Будешь маме помогать? Буду. Буду. У мамы скотч. Я хочу сам. Сам, конечно. Так, держи вторую. Нужно клеить ее. Цифру 2. Держишь? Держу. Ну, давай, приклеивай. Так, посчитаем, значит, первое. Теперь ставь вторую. Так, все по порядку, правильно? А это у нас будет третья. Где циферка 3? Выбирай. Вот она. Вот она, циферка 3. Вот, вон же ты. Да, вот она, правильно. Так, давай ножницами. Так, отрезай. Молодец, отрезал. Бери циферку 3. 3. Острые. Острые ножницы, да. Давай, моя. Можно отрезать. Так, подожди, не мне только, пожалуйста. Так, вот, приклеивай. 3 у нас зеленые. Так, значит, мы 1, 2, теперь 3 ставь. Ура! Все по порядку. Так, а теперь вот и 4 говорит, ну почему у меня нету циферки? Тоже хочу циферку. А какая у нас следующая циферка? 4. 4. 4. Давай. Здравствуй. Здравствуй. Циферка 4. Мы сейчас тебя приклеим, не расстраивайся. Вот так, давай отрежем лишнее. Это лишнее. 4 получилось? Все, теперь. Теперь на место ее. Вау. 4. Все, у нас получилось теперь. Теперь нету циферки. Нету циферки? А какую мы циферку следующую должны сделать? У тебя нет. Не волнуйся, мы тебе сейчас сделаем циферку 5 по порядку. Все. Все. 1, 2, 3, 4, 5. Получилось? Получилось. А вот еще остались. А следующая циферка тебе по порядку 6. По порядку? У тебя нет цифры. Цифры у тебя нет. Не расстраивайся, мы тебе сейчас приклеим. Все будут цифры по порядку. Вот она, и тебе будет циферка 6. Ну, давай посчитаем, сколько мы уже сделали. 1. Какая цифра? 5. 2. Какая цифра?
Три. Пять. Четыре. Молодец. Пять. Два. Шесть. Пять, шесть. Вот путаем бы. Похоже, да. Я не ожидала, что похоже. А тебе нет кружочка. Кружочек. Мы сделаем тебе циферку 7. Потому что следующая цифра 7. И плачь. Не плачь. Не расстраивайся. Не расстраивайся. Мы тебе сделаем циферку 7. Сейчас тебе. Так, еще раз посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 20. А остался последний колпачок. Ну, где-то цифру. Цифру. 8 делаем по порядку. Цифра 8 у нас идет. И осторожно. Настраивайся. Мы тебе тоже циферку сделаем. Так, жалко, что у нас еще циферки остались в запасе. Ну, давай 8. Два. Так, еще раз посчитай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все цифры на месте. Циферки 9 не досталось. Не досталось. Я вот тут наверху постою. Привет. После 8 будет 9. Ну, у нас она не хватила. Ну ничего, бывает, да? Бывает. Вот так. Ну что, разбираем пирамиду? Разбираем, давай. Ой, все, перепутали. А теперь по порядку сможем мы собрать? Собрать. Где у нас циферка? 1. 2. 1. Молодец. А теперь посмотри. 2. Умничка. А теперь ищи циферку. 2. 3. Два. Нет, 4. Посмотри. Не по порядку будет. Видишь, она и меньше. Мы же делали по порядку. Нужно взять цифру 3. Я стараюсь. Нет, не по порядку, видишь? Мама. Да, нужно по порядку. Тогда нет, пирамидка по порядку. Ты хочешь перемешать? Перемешать. Ну, тогда она у нас пирамидка не получится. Два. Не два. Получится не по порядку, видишь? Перемешиваем, и не получается, да? Ох-хо-хо, так же бывает? Бывает. Бывает. Давай сделаем пирамиду. Осторожно. Да, держи, привет, я следующая циферка по порядку. Вот так, 3. 1, 2, 3. Видишь, сразу пирамидка получается. 2. 4. 2. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, видишь, не получилось. А эти что, разве лишние? Нет, эти не лишние. Мы возьмем циферку следующую. После 4 всегда идет 5. 2. Да, совершенно верно. А после 5 всегда идет 6. 6. 6. Я стараюсь. Да, у всех есть циферка. А здесь 7 циферка. Я стараюсь. А колпачок говорит, а я 8. 8 цифра, 8. На, давай. А сверху 9, да? Привет. Я выше всех, я 9. Так мы придумали цифру 9. Да. Вот так вот. Тоже ее приклеить можно? Тоже. Ну, давай приклеим. Легко. Легко сделаем. Раз она наверху хочет быть, эта цифра. Потому что, скажи, я больше всех. Да, я самая большая цифра. 9. Поэтому я буду стоять наверху. Да, пожалуйста. Наверху стоит. Вот у нас какая пирамида. Получилась пирамидка? Потому что мы по порядку все сложили, да? Вот наши циферки. Ну, вот 9 не хватило. У нас она как это, как звездочка горит наверху. Ну вот, всем пока. Буду дальше рассказывать про наши игры. Как мы учимся считать, потому что это непросто. И долгое время нужно постоянно повторять счет, закреплять. И
идти дальше, изучать новое. Всем пока!